Друзья, приветствую всех, гости канала, подписчики, всем привет. Цель у меня сделать бойлер косвенного нагрева из обычного электрического бойлера. Недавно я ставил людям косвенник, у них стал электрический, отдали мне его. Я его разобрал, помыл, тут проблема была с стена и с электрикой, с самим термостатом. Вон получается малировка и объемом очень хороший. А вот эта часть получается, где стояла антенна, заглушка. Я вварил две трубки с резьбами. Сегодня ездил в Водолей, купил. Вот так они у нас будут стоять. И сам змеевик сейчас вам покажу. Также приобрел гофротрубу 15-ю, 8 метров. Сейчас хочу сделать спиральку. Взял еще вот такие вот переходнички. Они будут стоять снутри. Вот на этой части. Сюда их. И гофротруба будет соединяться. Как бы все в зазорах. Здесь у меня будет подключение полипропиленом 20-м. Трасса там короткая. Ну и гофр там диаметр небольшой. И длина тоже, как бы, думаю, должно хватить. Сегодня на коллектор я уже поставил, получается, краны. Сейчас вам их покажу. Уже подготовился. Ну, вот я поставил сегодня краны, купил. Балансировочный у меня был 20-й. Собрал через ниппель переходной. И вот. Ну и на подачу кран. Здесь будет полипропиленовый кран и сброс полипропиленовый. Как вот здесь, чтобы прогнать систему. Так что обзавелся уже 5-м контуром. Котел у меня топится. Но это не страшно. Сегодня пока подготовка. Если все успею, как бы сделаю бойлер, подготовлю. Устанавливать буду здесь вот место. У меня есть хорошее место. Возле емкости. Как раз это аккурат он встанет. Он большой. Сегодня, скорее всего, повешу сюда. Ну, если успею, как бы сделать трассу, потому что время у нас уже 6 часов вечера. Как бы много времени провозился с машинкой со своей. В предыдущем видео вы, наверное, видели, кто смотрел. Опять у меня развалилось сцепление. Так, идем в гараж. Так, ну вот мы в гараже уже. Сейчас я намотаю гофротрубу спирально. Скорее всего, сейчас найду серединку, две вместе и буду заматывать ее. Чтобы можно было ее потом сюда как бы ввернуть. Здесь узкое место. И чтобы она вошла, завернуть, чтобы она не была комком, как попала, а более или менее ровно. Подача обратка у меня есть. Потом я покажу, как организовать. Получается, будет рециркуляция сделана. Будет ставиться насос циркуляционный, для того, чтобы кольцо горячей воды работало. Чтобы, допустим, не ждать, пока дойдет горячая вода до дома. Что от котельной до дома как бы далеко. Расстояние большое. Пока вода дойдет, будет время. Будет много уходить. Так что буду ставить насос. Ну все, сейчас намотаю гофру. Покажу вам уже готовую. Вот эту гофру. А, гофра отожженная. Помягче, которая. Есть не отожженная, а та жесткая. Это помягче маленько. Ну, взял 8 метров. Думаю, хватит. Сейчас намотаю, покажу вам. Сложил я гофру пополам и начал с края, получается, и смотал вот такую вот спиральку. Здесь у нас 8 метров. И потом, получается, я ставлю ее и вкручу туда. Она будет где-то вот в этом месте, почти на пол бойлера стоять. Сейчас подсоединю концы вот эти. Сейчас выгну все как надо, подрежу и уже будем запихивать. Все, друзья, детальку я собрал, санги затянул. Сейчас буду выдружать, но снимать не буду процесс, потому что тут ничего такого странного нет, сложно говорится. Сейчас спиральку закручу туда, чтобы зашла вот в это отверстие. И все, потом герметиком намажу автомобильным.
посадочное место. И затяну уже болты. И пойдем вешать бойлер. Изготовление несложное. Смотрел на ютубе как бы много роликов на такую тему. И все работает. Как бы вот и решил, почему бы и нет. Котел у меня с запасом мощности и плюс горячая вода. Это хорошая экономия электроэнергии. Потому как в месяц у нас нагорает приличная сумма на электрическом бойлере. Ну все, сейчас затолкаю на место. Друзья, внедрил ее. Спирали можно не крутить. Лучше ровно запихивать, пускай она там упирается. Как попало, накручивается, будет лучше. Это сейчас в одну дунул. Свистит так интересно. Интересно, гул будет, нет? Ну, там скорость потока будет небольшая. Сейчас намажу герметиком. Вставлю болты и затяну уже. И пойду вешать его. Он тяжеленный. Кое-как туда запихал ее. Честно, это процесс еще тот. Но запихать можно. Как он там расположен. Главное, все равно как будет находиться в воде. И тепло будет передавать. Метраж хороший. У нас 8 метров трубы. От нее, говорится, ни сантиметра не отрезал. Все, говорится, в работу запустил. Здесь я варил полуавтоматом. Ну, пускай не очень красиво, а главное, чтобы было крепко. Так, ну все, сейчас скручу. Ну вот, друзья, внедрение прошло удачно. Затянул все. Как бы вот так вот с обычного бойлера сделали косвенный. Бойлер косвенного нагрева. Сейчас подмотаю сюда. Поставлю выводы. Это будет подача и обратка отопления. Как бы тену заменил на спираль воды. И все. Ну все. Дальше уже будет другое видео. По монтажу, по обвязке. Как бы процесс, в принципе, недолгий. У меня уже был бойлер подготовлен. Я вчера его помыл. Почистил. Все, грязи там было прилично. Вот так вот получился бойлерок. Объем хороший. Будет работать исправно, будет замечательно. Завтра уже все это соберу, опрессую. Ну все. Благодарю всех за внимание, за подписку. Всем отличного настроения. И до новых встреч в новых видео. Всем пока.